Я не хожу утром в 9 часов на работу и не иду обратно в 6 часов вечера с работы. Я не сижу как целый день на работе, как прилежная девочка, и не сижу там. В первую очередь, то, чем я занимаюсь, это журналистика, участие в проектах неправительственных организаций, сама занимаюсь неправительственной деятельностью, какие-то молодежные проекты, не всегда назвать их проектами, потому что как бы они не официально так оформлены, не финансируемы, но это как бы идеи, которые мы делаем. Вот все это объединяет то, что они позволяют мне учиться, учиться постоянно чему-то у других людей, у самой себя, узнавая что-то новое, делая что-то новое. И это для меня кажется каторгой. Каждый день ходить на нелюбимую работу, сидеть с неинтересными тебе людьми только для того, чтобы получить деньги, думать о том, чтобы заработать. Может, я поменяю когда-нибудь свое мнение. Может, это мой какой-то юношеский максимализм, хотя я вроде уже далеко не юноша. Я никогда не боюсь и не боялась того, что обо мне подумают другие. Я довольно рано поняла, что общественное мнение – это не то, ради чего стоит менять свою позицию.